Центр ядерной медицины и онкологии города Семей оказывает медицинскую помощь по лечению онкологических заболеваний для более 600 тысяч жителей региона. При лечении рака молочной железы порой проводится радикальная мастектомия. Чтобы исключить дальнейшие метастазы, удаляются подмышечные лимфоузлы. У многих пациентов из-за длительной неспособности лимфатических сосудов к восстановлению обе руки отекают и снижается качество жизни. Чтобы этого избежать, необходим лимфодренажный массаж специальным средством. Лимфодренажный массаж – это лечебный массаж, направленные на улучшение оттока лимфы в организме человека, что в свою очередь улучшает метаболизм и усиливает иммунитет, уменьшает жидкость внутри и улучшает работу сосудистой системы. Данный аппарат прессотерапии, он выводит лечение и реабилитацию данных пациентов на новый уровень, позволяет добиться хорошего и стойкого результата, длительного, и позволяет снизить степень развития лимфостаза, отека. Если отек развивается на ранней стадии, мы можем даже полностью его купировать, и это в свою очередь значительно улучшает качество жизни данных пациентов, потому что данный отек он всегда развивается осложнениями, такими как ограниченность подвижности, снижение работоспособности. Следует отметить, что с каждым годом растет количество организаций, оказывающих благотворительную помощь онкологической службе нашего региона пациентам с онкологическими заболеваниями. И одними из них является благотворительный фонд имени Оскара Жакулина. Фонд не только предоставляет помощь в обновлении материально-технической базы современным оборудованием, таким как аппарат лимфодренажного массажа, но и оказывает поддержку в обучении врачей региона в ведущих онкологических и радиологических центрах страны. С данной больницей, с этим центром мы находимся на связи с 2016 года. С каждым годом все больше и больше мы стремимся к выполнению запросов. Покойный Оскар Жакулин умер от онкологической болезни. И в 2016 году его супруга Жайна Жакулина создала данный благотворительный фонд. Мы помогаем больницам, физическим лицам, выделяя деньги из доходов компании фонд. Мы очень рады. Мы хотим, чтобы наш аппарат помог народу и поспособствовал их исцелению. Главная цель и задача, которые ставит перед собой фонд – оснащение государственных медицинских учреждений современными медицинскими оборудованиями на безвозмездной основе, также реализация благотворительных программ. Талшин Шакыртхан, Адиржан Бисингазинов, телеканал «Семей».